Ирина, видно ли? Меня видно здесь. Значит, удар ладонью, например, то же самое, как кулаками мы делаем определенную вкатку, расслабляя мышцы, также мы и ладонями делаем определенные вещи. Например, этой части начинаю, а это заканчиваю. Или, например, этой части начинаю, а это заканчиваю. То есть вот такая работа, когда стоите и вкатываете движение. Хорошо бить на коротких дистанциях. Чем хорошо? Вблизи кулаком подстроиться неудобно, а ладони всегда удобно. Тем более переходить с ладони на кулаки. Спасибо. То есть какие удары мы наносим ладони? Ладони наносим вниз. Проносим движение. Следующее движение, когда ладони мы пробиваем нос в клетку. Следующее движение, значит, соответственно, мы должны менять. Сюда движение, сюда разными косточками мы должны четко вставить движение. Когда мы уже в совокупности вкладываем кулачки, накладываем разные ударные части тела, ладони, вставляем кулачок, ладонь, тогда у нас уже происходит разная работа. Это я медленно показал, но сейчас чуть побыстрее. Ну, сюда еще добавляются кулачки. Еще так же. Миша, да? Еще раз быстро сделай, пожалуйста. А? Быстро еще раз сделай. Ну, хорошо. Ставится. Ну, так и думаю.